Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Спешу с вами поделиться своим радостным видео. Только что курьер супербыстрой службы экспресс-доставки привез мне подарок от моего лучшего друга Михаила Лебедева. Я спешу посмотреть, что же там. Очень интересно. Прям в рождественский день пришла мне от него посылка на Новый год и Рождество. Посылочка тяжелая. В районе 8 килограмм, наверное. О, тут Миша передал мне какие-то банки. Распакуем, посмотрим. Это новогодняя посылочка. О! Передал мне Михаил такой вот новогодний подарок. Обзор обязательно будет на канале. ПЗ-4, модификация Е. Отлично, супер. Михаил знает, что я люблю танки на базе ПЗ-4. Не только танки. Все, что ездило на базе ПЗ-4, ПЗ-3 мне очень нравится. И что я вижу, друзья? Вот такая красота. Такая красота. Ого! Килограмма. Тут килограмма 4, друзья. Добротного домашнего сала. Вот это круто. Вот это подарок. Супер. Миша, если смотришь, тебе огромное-огромное спасибо. Мишка знает, что я очень люблю сало. И каждый год меня радует. Здесь вот такая вот закатка. Даже не знаю, что здесь. Но обязательно, обязательно попробую. Мишка мне в том году передавал очень вкусные варенья. А в этом году не знаю, что. Ну, 100%, друзья, что-то вкусное. Обязательно сегодня попробуем. Ну и конечно, куда же без варенья. А варенье, скорее всего, клубничное. Вот такие, друзья, подарочки передал мне мой друг Миша Лебедев, за что ему огромное-огромное спасибо. Хочу всех поздравить, друзья, с Рождеством. Пожелать всего-всего самого наилучшего в жизни, друзья. Что только вы сами можете себе пожелать. Пусть все ваши мечты, друзья, сбываются. Пусть финансы вас не оставляют. Пусть всегда с вами пребывает счастье, благодать и любовь. А также, самое главное, друзья, здоровье. На этом, друзья, буду заканчивать видео. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь на канале. Кто еще не подписался, обязательно подпишитесь. До новых встреч!